Добрый день, вы снова на канале «Сточка», и мы предлагаем вам лот «Я-я Ladies Mix Spring», лот номер 6, страна Голландия, 35 единиц в лоте. Это новый товар, который мы вам представляем, мы получили его только что. Шикарные позиции, шикарные модели. «Я-я» всегда просто разнообразный, всегда интересный, он всегда удивляет своими разными моделями. Смотрите, платье-халат черного цвета, 100% вискоза, размер 36. Вот такие вот мокасинчики, как их назвать, на шнуровке. Снаружи натуральная замша, внутри текстиль, размер 38. Платье на подкладе, отрезное по талии. Тоже такой рубашечный воротничок со стоечкой, интересная модель, позиция, размер 34. Блузочка, расцветка огурцы, размер 40. Джинсы красного цвета, посмотрите, прямые джинсы, высокая посадка, хороший стретч присутствует в этих джинсах, то есть удобство при носке, при одевании, комфортно будет носить. Размер 36. Вот такое вот трикотажное платье темно-синего цвета, тоже рубашечный крой, смотрите, ну, рубашечный воротничок на супатной застежке. Рукав 3 четверти, размер 36. Блузка на черном фоне, тоже расцветка огурцы, размер 32. Еще одна блузка, такой легкий, нежный цветочный принт, размер 38. Блузка с такой мелкой выработкой под змеиную кожу, мелкой-мелкой, очень красиво смотрится, своеобразным вырезом, размер 32. Такая вот юбочка под джинсу сделана на подкладе, размер 36. Джемпер ярко-красного цвета, очень тонкий, нежный такой, воротничок полукруглый, размер М. Джинсы темно-синего цвета, тоже присутствует хороший стрейч, высокая посадка, размер 34. Велюровая толстовка, размер М. Блузка такая нежная, прям видите, прям струящаяся блузочка с таким интересным дизайном на спинке. Посмотрите, как интересно сделано. Такой перехлестный покрой, и поверху еще идет как бы пелеринга. Размер здесь у нас будет 38. Брючки, расцветка гусиная лапка, размер 32. Черные кожаные брючки, эко-кожа, не кожа, я оговорилась, размер 36. Внутри такая мелкая баечка, то есть они как бы идут утепленные. Внизу они на молнии, тоже удобство при носке дает, при одевании. Пиджак, вот такой стильный черный пиджак, по краю отделка другого цвета, ведь так выделяется на черном фоне, смотрится очень красиво, размер 38. И вот такие шикарные брючки спортивные, ярко-ярко такого алого цвета, даже не алого, оранжевого цвета, с темно-синим лампасом, размер 44. Я озвучиваю европейские размеры, которые указаны на моделях. Вот такого плана своеобразный джемпер сиреневого цвета, размер L. Шикарный комбинезон на черном фоне, такой тоже цветочный, яркий принт и с лампасом в виде горошка. Тоже рубашечный крой, видите, застегивается. Два кармашка, размер 36. Платье. Платье-халат. Шикарное платье. Такая неизбитая зеленого цвета расцветка. Оно на поясе. Смотрите, как интересно сделано. Размер 40. Блузка на темном фоне. Тоже такая интересная расцветочка в виде таких оживающих птиц каких-то, перьев, размер 38. Футболка бежевого цвета, размер S. Интересная блузка двуцветная, смотрите, как будто сбоку такой вот квадратик вшит, но тоже интересно, с переходом, видите, расцветка совпадает. Трикотажный воротничок, сзади на спинке молния, размер 36. Брюки на поясе, видите, пояс присутствует, размер 36. Джемпер на плечике пуговки, размер S.
платье, очень нежная такая полоска, и плюс мелкий-мелкий цветочный принт на подкладе, размер 36, юбка, карандаш, хороший трикотаж, высокая, стильная, размер 36, видите, какой пояс, футболка, размер футболки S, блузочка нежная, блузочка в полоску, хорошая такая плотная ткань, такая даже тяжеленькая, хорошо прям, так это будет хорошо смотреться, размер 36. Вот такое платье туника нежно-зеленого цвета, размер XS. Аналогичного плана платье туника, такого коричневого цвета. Широкий рукав, видите, видели тучи мыши такой, но он отрезной. И вот здесь имеется небольшой дефектик в виде затяжечки. Но я думаю, что ее легко будет убрать. Размер здесь S. Брючки зеленого цвета. Размер 36. Джемпер. Очень интересный джемпер молочной расцветки. И сбоку он даже не пойму, конечно. Смотрите, как он сделан. Сбоку вот такой вот. Может быть, вот так, скорее всего, одевается. Такие вот сапоги. 38 размер. Текстиль, а внутри кожа серого цвета. Вот так выглядит этот микс. В миксе 35 единиц. Лот номер 6. Спасибо за внимание.